каково тебе сейчас играется, тренируется после вот, возвращения из сборной? Ну, в принципе, чуть-чуть было тяжело в первой игре, там какие-то две сменки давались трудновато, потом влился. Ничего, в принципе, нормально, привыкаешь быстро, хорошие ребята поддерживают, подсказывают, и нормально. Вообще, как оценишь свой вояж сборную в этот раз, неоднозначные результаты? Ну, чуть-чуть не получилось у нас, плохо сыграли, проиграли две игры, заняли четвертое место, да. Я думаю, ничего страшного, это идет подготовка к чемпионату мира, и есть над чем работать. Если посмотреть на лед, то можно увидеть 6 человек в желтых майках, да, большая конкуренция. А каково тебе в этой конкуренции? Насколько приходится изыскивать внутренние резервы? Да, не знаю даже, что, но работаем, доказываем друг другу, и кто лучше, тот играет. Вообще, от сегодняшнего матча насколько большие ожидания, ведь принципиальный соперник по дивизиону? Я думаю, сегодня будет битва, и уже сказали, что нужно выигрывать любой ценой, и будет битва сегодня.